С 1 ноября вступает в силу закон о суверенном интернете, призванный сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского интернета в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций. Однако перемены не будут заметны обычным пользователям, уверяют разработчики закона. Документ был принят еще весной 2019-го. Он также дает возможность властям контролировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Конторы с микрозаймами теперь не смогут выдавать деньги под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. Поводом для запрета стали участившиеся случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей. Но в законе есть исключения. Продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут микрокредитные организации, учредителями или акционерами которых является Российская Федерация. Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной для всех дальнобойщиков, а не только для юридических фирм. Тахографы предназначаются в первую очередь для того, чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта и таким образом снизить риск переработок или переутомления за рулем, которое может стать причиной ДТП. Наказывать за несоблюдение режима, так же как и за отсутствие или неисправность тахографа, будут не только водители, но и компании, на которых они работают. Гражданам Украины станет проще получить вид на жительство на территории России. В начале месяца в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Также упрощенной схемой могут воспользоваться люди, которые ранее имели советское гражданство, молодые специалисты, получившие российское образование, и носители русского языка. Всего в дипломатическом ведомстве посчитали, что к 2025 году гражданами России благодаря этим новшествам станут до 3 миллионов человек.